Уже с Нового года россиянам, возможно, придется чипировать своих питомцев. Это в новых правилах содержания домашних животных прописал Минсельхоз. Ведомство выдвинуло законопроект на общественные слушания. Такие поправки помогут доказать, что собака, кошка или другой питомец принадлежит конкретному человеку, выяснить число бездомных и быстрее возвращать потеряшек хозяевам. Новые правила предлагают оформить на животного электронный паспорт, в котором будет информация о породе четвероногого, фото, номер чипа. За его введение под кожу хвостатому придется заплатить владельцу. Но можно выбрать и другой способ маркировки – ошейник, татуировка или электронная метка. За уклонение от регистрации – административный штраф. По поводу уменьшения безнадзорных собак. Скажем так, если чипирование собаки приведет к повышению дисциплины владельцев, и, соответственно, владельцы будут меньше выпускать своих домашних собак без присмотра на улицу, соответственно, это приведет к уменьшению беспризорных собак, ну, свободно бегающих, скажем, собак на улице. В Ленском районе не дождались новых правил. На добровольной основе жители зарегистрировали 114 животных. 53 в Талоне, 26 в Чомче, 25 в Ленске. Остальные в Витиме, Бичинче и Батамае.